Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас. Как всегда, очень много подписчиков. Сегодня мы играем в Garry's Mod, карта у нас Балди. И сегодня мы записываем SCP гоняется за нами. Будем ставить очень много разных. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А мы будем начинать. Вот, вот этот вообще сильный, пацаны. Готовьтесь. Я не знаю, сколько я поставлю. И когда уже будет лагать, тогда я перестану ставить. Так что, ребята, кто хочет с нами записывать, заходите в наш Discord, ссылочка в описании. Как всегда, заходит очень много новеньких. И попадает в ролик. Все, больше ставить не буду. А может, а? Они уже гоняются, нет? Так, ребята, давайте стоп-соун подготовим сразу. Во. Господи. Да не бойся, не бойся. Это... Во, бежит, бежит уже один. Опа, опа, он, смотрите, прыгает и как будто разрывает на части. Ой. А! Блин, разорвал и меня. Так, я вижу, вижу. На, убил Боньку. Я вижу, еще один бежит. Блин, а мне нравится. Так, 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 он тут бегает. Застрял, застрял. Меня увидел. Нет. Где они? Никто не орет. Вот он, вот он. А, ну нафиг, отвали. Отвали от меня. Да что они такие резкие? Он даже в воздухе, может, развора еще убил. Короче, они всех валят. А вы проверяли, они двери умеют открывать или нет? Кто-то, ты проверял это? Господи, меня убил. Он умеет калитки открывать? Статуя, походу, умеет. Так, 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 так. Выживет сильнейший. Я вижу, он там бегает. Двери не умеет он открывать. Пацаны, я двери удалю. Он горит. Это я поджег. Я вот тут. Минус, братан. За партами буду ныкаться. Чпонькс. Ты что, он орет? Да, классно кричат они, так стрёмно очень. Минус Димас. А, отвали! Да что он такой быстрый? Я его боюсь. Еще одного убил. Я знаю, как уклоняться. Видите, он не убил меня. Бензопилой. Еще, еще, еще. Не знаю, за кем бежать, нас сильно много. На. За то, что лезешь к нему, он всех мочит. Еще давай. Блин, так кричит громко. Вот, смотрите, я, видишь, не убил. Надо назад бежать и в бок, пацаны, вы сможете выиграть. Эх, ну в этот раз не получилось. Я хорошо. Мне страшно, я дрожу, я весь в депрессии. Вот это они кричат. Пацаны, ставлю других из цепишек, надеюсь, вам понравится. Потому что это будет сильно. Ой. Сразу двоих. Вот я видел, как она перемещается. А кто? Кого я одну поставил статую. А, статуя. И еще одну, 173. А! Ну вот так вот она мочит, как-то вы, ребята, уже видели, что они очень мощные. Две штуки стоит, будем смотреть, как умирают. Никого нету. Страшно вырубать. А че они так... А, я вижу, пацанов мочат, а я нет, я живой. Надо ее увидеть. А я ее не вижу. А! Вот, вот, вот она, пацаны, вот она. Не, давай вместе смотреть, не уходи, я умру. Давайте все на нее смотреть. Оп, на месте стоит. Оп, вторая появилась. Оп, третья. Оп, четвертая. Пацаны, вот. Оп. Это игра, короче, кого вы выберет SCP. Оп, нам хана, точнее мне. Вон еще одна. Ой, она уже рядом. Ого! Блин, это реально эпично у нас получилось. Опа, она прям сзади меня была. Смотрим, о, смотрим на них. Статуя до сих пор за мной гоняется, даже если я сдох. Окей. А чем они? Все живые? Живые. А, вот они все. Господи, сколько их... Нормально? Давай еще поставим. Офигеть. Да давай! Ого, она уже сзади была, чуть не умер. Как я вообще живой остался? Я еще опять буду лежать в депрессии на полу. Давайте отвернемся все. Не хочу. Да давай, не сыйте, но мы выиграем. А. О, уго! Я испугался ее. Я ж не ожидал, в горле заперчила, так быстро подошла. Эй, вы что ко мне все идете? Бейте, создатель. Музыка, да, крутая, когда они передвигаются? Очень круто сделано. Так, так, так. Блин, реально столько штук нас... Это челлендж, пройди мимо статуи и останься в живых. О, это сложно. А, она меня зажала.
Ого, не двигается. Это сложно, потому что ты не знаешь, какая статуя на тебя рыпается. Пацаны, все, я ушел, прощайте. Я тоже. Димас, не подожди меня. Мне тоже страшно. Так, я здесь. А пацаны умирают. Они рассасываются по карте. Ого, они все в проходе. А! Так. Так, Димас, ты где? Ого, они перемещаются быстро очень. Моментально просто. Давайте проверим, ко мне сюда придет кто-то? Ой. Я-то приду. Я ее увидел. Возможно. Я ее, походу, увидел, она теперь меня преследует. Нет, нет, они двери не могут открывать. А ты где, Димас? Я в офисе, который прям возле спау... Как в школу заходишь, слева. Упс, прощайте. Слева? А, все, понял, понял. О! Ничего ты не понял. Все нормально, да? Да, я ничего не понял. Зато было очень интересно. Я вижу, как она его убила. Чпоникс. Господи, тут статуя во дворе. Ой, она рядом. Видел, как переместилась? Тут две статуи загры... О, Димас, привет. Я иду, все нормально, мы живые все. О, два для разнообразия, я еще добавлю парочку штук, только других. Вот такой скромник. А, вот такой. Сзади, это, за тебя статуя, Димас. Ого! Блин, а как она туда залезла? Так, у нас еще есть зомби вот такой вот. У нас есть вот такой сцепишка. Поставь этого, который ставит телепорты эти черные свои. Вот этот, который... На. Ладно, его удалю, он жесткий. Больно в ноге. А я не помню, кто это делал. Вот он, нашел. Во-во-во, прикольно, вот, да? Про него. Он реально, да, крутой? А, Димас, скоро... А! Это жесть! Нифига себе их тут. А! Нифига. Они прям жестко перемещаются очень сильно. Мас, мне крипово. Помогай. Я дверь закрываю, они ко мне не придут. А можно к тебе? Так. Я здесь в кабинете сижу. О, слышу, скромник кричит. О, господи. Я живой. Выглянем. А! На свою голову выглянула, моментально меня убила. Кстати, на статуе дырки от пуль. Кто-то уже мочил ее. Ну, это, видимо, я постарал. Меченая, короче, статуя. Высовываться нельзя, это сразу смерть. Так, Димас, ты где? Блин, они так орут сильно. Эй! А! Да как она меня убила так быстро? А! Накрыл. Скромник! Закрывай двери везде! Закрывай двери! Окей, блин! Окей, не успел. Не успел, нет, успел. Зато сквозь текстурки валяюсь, мне нормально. О, Димас, привет. Дверь закрывай. Да, дверь, говорю, закрывай, вы мне мешаете выиграть. Все, она оторвалась, а? Вовремя дверь, главное, закрывать, и все. О, Димас. Вот здесь, закрывай двери. Чпоникс. Это школа страха. Скромники же открывают дверь. Слышишь, как они кричат там? Я под парту, все. Тихо. Не хочу никуда. Ого, их там. Так, насколько я знаю, их мочит оружие AR-2, да? Не знаю. Эти шары смерти. Ребята, это сейчас будет эпик. Умри! Фух, он растворился в... Меня попадали. Ой-ой-ой. О, господи. Не-не-не-не, так, закрыть. Короче, я его чисто возрождаюсь. Тут, понимаете ли, статуя тоже появляется. Меня пацаном, пацана убивает, а я такой... Попало, прям четко. Черная чупакабра. Отоври! А! Шаром стрелять, типа не, она меня убьет сейчас. Так, Димас, а что черный чупакабра делает? Она за мной! Я не залез. Нет. Еще есть, я слышу по голосу. Ой, по звуку. Господи, тут. Это жесть какая-то просто. Они даже меняют, кстати, позы. Я только сейчас первый раз увидел, что они по-разному ходят. Они двери открывают. Димас, это уже страшно. Это уже серьезно. А! Блин, одна обошла со спины меня.
Меня тоже убивают постоянно, я не могу выжить. Это нереально. Это реально. Прощайте. Надо. Пожалуйста, не надо. Так, Димас, я так понимаю, ты... Нееет. Кстати, не все из цепишки сдохли. А я не знаю, почему, их не убивают, что ли? Ого! Блин, нифига не вижу. Вон, я вижу статую. Я видел, как ты пустил. Она умерла? И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайк ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!